получила я линзы, ну, сходила, получила линзы. Вот в такой упаковке оно было упаковано. Это чек. Да, чек. Так, это еще чек. Господи, кучу чеков, короче. Так, это у нас инструкция. Инструкция для пациентов. То есть это инструкция по линзам. Как их правильно надевать. И вот еще инструкция. Две разных инструкции. Однодневные контактные линзы, а это контактные линзы частой плановой замены дневного и про... Так, а это дневного. Вот, дневного ношения. Нам нужны линзы дневного ношения. Вот инструкция, потом почитаю. И вот они сами линзы. Вот так вот они называются. Цвет. Цвет вот он. Бриллиант. А, здесь не видно. Бриллиант блю. Цвет. То есть синий, грубо говоря. Так, это коробочка отдельная. Запакован, закрыт. Сейчас мы посмотрим. Так. Я заранее покупала вот такой раствор Opti-Free. Это раствор для линз. Вот. В этом растворе шел уже... Я купила большой сразу флакон. Вот. Так как надо раствор менять каждый раз после каждого одевания. И там в подарок шел вот такой контейнер вот такие. Вот, мы сейчас вытащим линзочки и... Вот они сами линзы. Вот она сама линзочка. Вот одна. Ну и вот вторая, понятное дело. Вот они две линзочки. Сейчас надо их открыть и переложить вот в эти контейнеры. Для этого нам надо открыть жидкость сначала. Вскрыть жидкость. Так. Наполнить в контейнеры жидкости. Угу. Я думаю, по половинке хватит. Сейчас я подправлю. Так. Чтобы было лучше видно. Так, жидкость мы отставим в сторону, а теперь мы вскроем контейнеры. Вот так. Вскроем контейнер. Где лежит наша линзочка? Ого! Еще так сложно открыть их. Ой, она такая маленькая. Боже. Такая маленькая. А, нет, это она тут. Блин, так она лежит. Вот такая она. Так, мы ее окунаем в контейнер. Вот, чтобы она там полежала. Так, теперь сейчас вторую откроем. Открываем вторую линзочку. Ой, господи, что же так? Ой, очень жестко. Очень жестко. Так, аккуратненько. Я аккуратненько беру. Вот она, линзочка. Руки я, конечно же, все помыла, это понятное дело. Руки надо обязательно мыть. Вот. Вот. Это мы отложим. И теперь они в контейнерах, вот эти линзочки, в жидкости должны полежать пару часиков, я так думаю. И потом я первый раз в жизни попробую одеть линзы. Я никогда еще их не одевала, ни разу в жизни. Вот, попробую. Вот. Я помыла руки, чистые руки, взяла вот такое зеркало, ну, оно тут увеличивает, уменьшает, так, ну и сами линзы, все, пролежали они 2 часа, сейчас я буду первый раз их одевать, ну, на камеру, наверное, я не буду их одевать, потому что это будет слишком экстремально, потом, когда одену одну штучку, я расскажу о своих ощущениях. Thank you.
Короче, в итоге, первый раз на один глаз, на первый глаз я одевала ее минут 10. 10 минут, где-то так, 9-10. Ужас. Надеюсь, когда я приноровлюсь, уже будет все намного быстрее. Вот. У меня один глаз мой и один глаз с линзой. Сейчас буду теперь... Две линзы. Да, какие у меня ощущения? Ощущения нормально все. Так, ну, конечно, пока непривычно. Первый раз непривычно, конечно. Ну вот, сейчас пока что. Может быть, я там проморгаюсь, там прохожусь. Вот как-то так. Так, вторую линзу я одевала где-то минут 6. Вот. Быстрее. Может быть, просто мне это как-то сподручнее, левша, поэтому, может быть, мне на эту легче было одевать. Ой, а мне нравится. Я тут уже походила в них где-то полчасика. Ну, необычно. Илья говорит, что... Ну, как будто это не мои глаза. Но это понятно, потому что с непривычки. Потому что, ну, он все время привык к одним глазам. Мне тоже непривычно. Но все равно забавно. Я сейчас одела и буду в них ходить, потому что я же хочу... Ну, мы же скоро полетим в Турцию. И я хочу там в них ходить, ну, в линзах. Поэтому надо привыкать заранее. Как раз сейчас подучусь их одевать побыстрее, ну, потому что 15 минут... Это долго, поэтому сейчас я поучусь их одевать, вот, вот поближе, поучусь их одевать, походить в них, чтобы уже чувствовать себя комфортно, сейчас спокойно. Сейчас идем на улицу. Вот я в линзах пойду сейчас на улицу, посмотрю, как я себя буду чувствовать на улице. Одела новое платье, синее, под линзы. Вот и вообще. Мы с Сережей идем. Вова, супер. Хорошо. Гуляем, идем, сейчас пойдем в магазин. Нормально. Правда, а ощущение тут... такое, как будто все тебе в глаза смотрят. Ну, непривычно. Когда привыкну, может, уже, конечно, будет не так. А так я себя чувствую, как будто все мне прям в глаза смотрят. Как будто они как не мои. Внутри. То я снимала в ванне, там вообще не видно, ну, линзы. Вот, в коридоре тоже не видно. Короче, отходила я 4 часа где-то приблизительно, может, чуть больше. Вот, нормально все. Мне ничего не мешает, вообще все отлично. Буду в них ходить, конечно же. Единственное, что вот еще надо научиться их снимать. Сейчас еще снимать, потом буду. И побыстрее одевать. Ну, чем чаще я буду одевать, тем быстрее я этому все научусь. Поэтому буду с радостью, с удовольствием ходить. Ну, конечно же... Попробую потом другие цвета. Посмотрим. Я закажу себе еще посветлее. Это синие, бриллиант блю. Я закажу себе еще посветлее. И еще хочу светло-коричневый еще попозже заказать. Посмотреть, как мне будет.